прививки. Пошли на прививки. Вот какая красота. Посмотри. Дима, Дима, чё ты? Добрый день. Вот наши бычки, производители, отдыхают после обеда. Посмотрите, какие красавцы. Доброе утро. Сегодня 31 октября. Наши коровы пошли на пастбище. Добрый день. Хочу вам показать наши лошади, которые стоят на откорме. Вот, посмотрите. После отъема. Просто чудо. Телочки на продажу в количестве 50 голов. Посмотрите, все ровные, красавицы, просто чудо. Селекция Великобритания. Родоначальники Гирькова. Туровые отелы. Вот дают свои результаты. Посмотрите, все ровные, все на одно лицо, все от одного папки. Цена телочек 100 тысяч рублей за голову. Смотрите. Добрый день. Я хочу вам показать зеленых коровок. Привет. В таких загонах. Добрый день! Хочу вам показать кормление коров. Вот посмотрите. Приобрели мы вот такой резчик сенажа и сена. И вот сейчас, посмотрите, идет кормление. Вот, нам очень нравится. Вот посмотрите, раздает прямо в корму. Человеческий фактор отсутствует. Доброе утро. Вот ведем утреннее кормление коров. Телята находится в помещении. Это теленые. Группа. Вот. В обед загоняем коров к телятам. Там происходит кормление телят. Вот посмотрите, как здорово.
елочки уже гуляется. Им 12 месяцев. Хороший корм. Уход. И вот, пожалуйста.